Пока кировчане подают в суд на правительство из-за новых мусорных тарифов, региональный оператор открыл горячую линию. Задать вопросы по мусорной реформе теперь можно в любое время. Это касается и тем заключения договоров, и начисления платы за новую коммунальную услугу, и даже переполненных контейнерных площадок. Ответить на любые вопросы в компании «Куприт» пообещали по телефону 680356. Также выяснить интересующую информацию можно через запрос на официальном сайте компании и в группе ВКонтакте. Стоит сказать, что вопросы к новой мусорной реформе уже появились и у депутатов городской думы. Представитель одной из политических партий Михаил Ковязин, например, решил посчитать, сколько производит мусора его семья из 4 человек. Он отправил запрос в региональную службу по тарифам с просьбой расшифровать, каким образом был утвержден тариф на новую коммунальную услугу. Один кировчанин даже подал в суд на правительство области из-за того самого мусорного тарифа. Он не согласен с тем, что жителям частных домов в пригороде нужно платить за услугу с квадратного метра. У Министерства энергетики и ЖКХ он требует отменить данное правило. Ведь по собственным расчетам его месячная плата за вывоз мусора выросла аж на 520%. При этом по указу губернатора рост тарифов в первом полугодии 2019-го не должен превышать 2%. Предварительное судебное заседание по этому делу состоится уже 13 февраля.